Добрый вечер, дорогие друзья, хотя сейчас утро, и сегодня вы и я стали очевидцами некого происшествия. Дело в том, что сегодня... Извините. Дело в том, что сегодня, прохаживаясь по улицам Дубая... Шучу, Мухосранска. Мы наткнулись на одного человека, и, кстати, вот он. Челодой маловек, не прыгайте! Я сабзиро, я прыгну! На самом деле этот человек, мне кажется, ли он умер? Человек! Скорую вызывать? Детдом вызывай! Прошу прощения за задержку, мы его откачали. Он жив. И более того, он согласился дать нам интервью. Человек! Ну привет! Молодой человек, уйдите отсюда! Чё это? Соблюдайте дистанцию и уберите снежок. Гоша! Петя! Жорик! Вы чё несёте? Вероника! Ты охренел совсем, ты! А вы что такое? В смысле что? Мы телеканал Придурки ТВ. И кого вы снимаете? Придурков. Вы чё? Он снова решил прыгнуть с этой злосчастной горки. Давайте спросим, зачем он это делает? Какую он преследует цель? Тупой человек. А зачем вы туда прыгаете? В смысле человек? Я Алик. Зачем вы туда прыгаете? Туда? Чтобы испытать экстрим. А что, от отцовских лещей экстрима не получаете? Извините. Я прыгаю! Я сделаю это! Ты живой? Нет. Ты чё ржёшь, человекоподобное существо? Держись. Так, на этом, я думаю, пора заканчивать репортаж. Берите себя и своих близких. Жорик, Петя, Гоша. О, нет. Вероника. Баклажан.